Григория Лагуту и Виктора Кулакова. Гордиться таким гонщиком. Бронза сезона 2019 года отправится в город Октябрьский. Это, я считаю, по итогам личного чемпионата России по спидвею сезона 2019 года на третью ступень пьедестала почета поднимается Виктор Кулаков, Башкирия, город Октябрьский! Широкой поступью, усталый, но довольный, Виктор Кулаков поднимается на третью ступень пьедестала почета. Так, главный судья соревнований метнулся. Ага. Все красиво. Вячеслав Гладченко награждает Виктора Кулакова и вручает ему кубок за третье место. Браво, браво, Виктор Кулаков! Отличная гонка, отличный результат. На вторую ступень пьедестала почета, набрав 13 очков, поднимается Григорий Лагута. Команда «Восток», команда «Восток». Спортивный комиссар соревнований Владимир Посредников вручает ему кубок за второе место, серебряную медаль и диплом второй степени. Григорий Лагута, Владивосток! Ну и наконец, дорогие друзья, товарищи, приготовьтесь, пожалуйста. Я хочу вас услышать, потому что на вершине пьедестала почета четырехкратный чемпион России по спидвею Андрей Кудряшов! Поздравляем чемпиона! Тольятти гордится этой победой! 15 очков из 15 возможных копилки Андрея Кудряшова. Кубок за первое место, золотая медаль и диплом первой степени. Работают все объективы и камеры.